это такое школьное время, когда ты отдыхаешь. Ну, это можно уехать, например, вот куда-нибудь уехать на каникулы. Ну, это, ну, как бы, это, выходные, но только много. Это когда людей из школы отпускают, всех учителей, чтобы они отдыхали неделю, две или все лето. Каникулы – это когда можно отдохнуть от школы. Каникулы – это такое время, ну, где можно отдыхать от школы. Каникулы – это когда дети могут отдохнуть от школы, ну, расслабиться, могут что-нибудь поделать такое. Летом, когда 3 месяца дети отдыхают от школы. Каникулы – это выходной, когда можно отдохнуть от школы. Дети после уроков и учителя отдыхают от детей. Перемена – это где звенит звонок, и дети выходят на перемену. Это когда дети после урока отдыхают, чтобы приготовиться к другому. Перемена – это когда можно немножко отдыхать во время урока. Ну, это где школьники отдыхают. Это такой школьный час, где можно отдыхать. Ну, где можно выйти из класса и поделать, что хочется, только не баловаться. На перемене нельзя бегать сильно, драться, говорить плохие слова. Отличник, он учится всегда на 1-5. Это кто учится на пятерке? Это который учится на 1-5, он... Ну, 5, например, каждый день получает. Это тот, кто учится на отлично, все хорошие оценки получает. Учится на 1-5, и его никто не наказывает. Который учится на все 5, только не 5. Отличник – это тот, который очень хорошо учится. Отличник – это тот, кто... у которого всегда получается. Можно стать отличником еще и по-другому. Чтобы стать ботаником, надо хорошо учиться на 5. С плюсом. С минусом не надо учиться, только с плюсом. Тогда ты где-то во 2-м, 3-м, 4-м, 5-м, 6-м, 7-м, 8-м, 9-м, 10-м, 11-м классе станешь ботаником.